Российский МИД возмущен решением Киева запретить въезд на Украину спецскору ВГТРК Дарьи Григоровой. Украинские пограничники развернули журналистку в аэропорту, сообщив, что ей запрещено въезжать в страну в течение 5 лет. Объяснений никаких. На Смоленской площади назвали это очередным актом вопиющего правового произвола властей Украины и отметили, что политика Киева в отношении российских журналистов, цитата, «носит пещерный характер и далека от европейских ценностей». При этом в МИДе отметили и скорость, с которой Запад отреагировал на другой скандал вокруг ведущего политического ток-шоу гражданина Канады Савика Шустера. Украинская служба занятости аннулировала ему разрешение на работу, объяснив это так. При оформлении аккредитации журналист не указал, что против него заведено дело о неуплате налогов. После того, как Савик Шустер во всеуслышание объявил это нарушением свободы слова, а ОБСЕ призвала украинскую власть немедленно принять меры, за ведущего тут же заступились и премьер, и президент Украины. Гройсман и Порошенко потребовали разобраться с инцидентом как можно скорее. Сам журналист буквально полчаса назад провел пресс-конференцию, где сделал следующее заявление. Я объявляю голодовку до момента возвращения мне права работать в Украине.